квалифицированное устройство. Сейчас у нас пару кладет технологии итальянская. Посадка. Устройство похоже на РИК. Ручка надо складываться для того, чтобы не цеплялась. Ой-ой-ой. А? Ну да. А чем понравилось? Это ботва для текелажа, для того, чтобы сверху спускать. В принципе, она, конечно, добавляет контроля, да, но обычно, в принципе, не нужна особо. Вот мне нравится, что ручка убирается, ни за что не цепляется, да, как у Рига. Но при этом антифаник очень корректный, очень классно отрабатывает. Вот, эта ботва нужна для того, чтобы заправлять сюда веревку, добавлять контроля. Ну, в принципе, просто на спуске этого не нужно. Ну, можно вставлять, можно не вставлять. Вообще нужно для верхней выдачи груза. Все, я поехал. Очень легко ручка идет. В принципе, под одну руку в спортивном варианте можно. Ага. Ну да, да. Не, ну с одной рукой хорошо бы, конечно, чтобы с одной стороны ручка была и тут же и веревка, да? Правильно, чтобы. А, вот я привыкший к Ригу, понял, что антипаник иногда. Как работает антипаник? Веревка снимается без снятия с карабина устройства. Защелкивается, ручка убирается, устройство лобильное. Вот и все.